Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 2, урок 18. Складываем и вычитаем числа. Рассмотрим первый мешочек. В первом мешочке сумма. Нам нужно будет нарисовать синий треугольник и желтый квадрат. А в мешочке разность мы нарисуем зеленый круг. Так как в мешочке уменьшаемое был зеленый круг и красная звездочка, а в мешочке вычитаемое красная звездочка. Поэтому в мешочке разность нам останется нарисовать только зеленый круг. Итак, в мешочке сумма рисуем синий треугольник и желтый квадрат. И в пустое окошко записываем цифру 2. 1. Треугольник плюс 1 квадрат получится 2 фигуры. В мешочке разность. От двух фигур зеленый круг и красная звезда отнимаем одну красную звезду. В мешочке разность рисуем зеленый круг и в пустое окошко записываем цифру 1. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.